Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем вязать вот такую игрушку-погремушку Мишку. Такая погремушка отлично подойдет к набору с пинетками или вязаной шапочкой. Она абсолютно безопасна, в отличие от пластиковой игрушки, она не сломается и ребенок не сможет пораниться. Для вязания основных деталей игрушки-погремушки нам потребуется пряжа серого цвета. Вязать мы будем в две нити. Для вязания мордочки нам понадобится белая пряжа. И для носика небольшое количество бирюзовой. Также нам необходим наполнитель для игрушки-погремушки, контейнер от киндер-сюрприза, который мы наполним шариками и крупой. Я наполнила контейнер рисом. Также необходимы нам английские булавки для скрепления деталей, глазки. Вместо глазок можно будет также использовать бусинки или черную пряжу. Ленточка для того, чтобы можно было игрушку украсить. И нитки соответствующих цветов. Приступим к вязанию головы для Мишки. Для этого делаем кольцо амигуруми. Вытягиваем нить. Затягиваем кольцо. Делаем воздушную петлю. Провязываем первый ряд 6 столбиков без накида, получившееся кольцо. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, и затягиваем наше кольцо. И делаем соединительный столбик. И приступаем к вязанию второго ряда. Во втором ряду нужно провязать 12 столбиков без накида. Для этого нужно в каждый столбик провязать по 2 столбика без накида. Делаем воздушную петлю и начинаем провязывать по 2 столбика без накида. Раз, два, раз, два. И так провяжем до конца. Провязали второй ряд до конца. Делаем соединительный столбик. И приступаем к вязанию третьего ряда. Делаем воздушную петлю и вяжем следующим образом. Провязываем столбик без накида и прибавку. Столбик без накида и прибавка. Итак, столбик без накида и 2 столбика без накида в одну петлю. Так, раз, два, столбик без накида, да?
и 2 петли в одну петлю. И так провяжем до конца. Провязали третий ряд. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд вяжется следующим образом. 2 столбика без накида и прибавка. 2 столбика без накида и прибавка. И так по кругу. Опять делаем воздушную петлю. Провязываем 2 столбика без накида. И прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова 2 столбика без накида. И 2 столбика без накида в одну петлю. И так провязываем до конца ряда. Вязали четвертый ряд. Приступаем к вязанию пятого ряда. Делаем воздушную петлю. Пятый ряд вяжется следующим образом. 3 столбика без накида и прибавка. 3 столбика без накида и прибавка. И так вяжем до конца. Раз. Два. Три. И 2 столбика без накида в одну петлю. Раз. Два. Три. И 2 столбика без накида в одну петлю. И так провяжем ряд до конца. Закончили вязать пятый ряд, приступаем к вязанию шестого ряда. Делаем воздушную петлю подъема и вяжем следующим образом. 4 столбика без накида и прибавка. 4 столбика без накида и прибавка. Итак, приступим. Раз. Два. Три. 4 и 2 столбика без накида в одну петлю. И так провязываем круг до конца. Довязали мы шестой ряд до конца. Дальше начинаем вязать столбики без накида по кругу. Воздушную петлю подъема мы делать не будем. Будем вязать по спирали. Для того, чтобы нам можно было считать количество рядов, мы делаем такую пометку. Провязываем столбики без накида до нашей нити. Итак, приступим. Закончили вязать седьмой ряд. Провязываем еще 4 ряда столбиков без накида точно таким же образом. Довязали до конца 11 ряд. Приступаем к вязанию 12 ряда. Также делаем пометку ниткой.
провязываем 4 столбика без накида и делаем убавку. Раз, два, три, 4. И делаем убавку следующим образом. Вытягиваем нить, вытягиваем вторую нить в следующем столбике и провязываем одновременно. Снова 4 столбика без накида. И снова делаем убавку. Вытягиваем нить в одном столбике и вытягиваем нить в другом столбике. И провязываем одновременно. И дальше таким же образом 4 столбика без накида и 2 столбика без накида с одной вершиной. И так до конца. Начали вязание 12 ряда, приступаем к вязанию 13 ряда. Вытаскиваем нить. Заново делаем уже в новом ряду. Дальше вяжем следующим образом 3 столбика без накида и убавка. Раз, два, три. И делаем убавку. 2 столбика без накида с одной вершиной. Снова 3 столбика без накида. И убавка. И так до нашей пометки. Вот мы закончили вязать 13 ряд. Сейчас самое время наполнить его и заложить нашу погремушку, наш контейнер от киндера. Я хочу его вложить вот так в очко, чтобы голова немножечко имела слегка овальную форму. И вот плотно-плотно набиваем, чтобы погремушка хорошо держала нашу форму. Приступаем к вязанию 14 ряда. Делаем воздушную петлю подъема, провязываем 2 столбика без накида и делаем убавку. Итак, провяжем до нашей нитки. Закончили вязать 14 ряд, приступаем к вязанию 15 ряда. 15 ряд вяжем следующим образом. 1 столбик без накида и убавка. 1 столбик и убавка. Вот 1 столбик. И тут же рядом убавка. Так снова провязываем до нашей нитки. Закончили вязать 15 ряд. Сейчас нужно нашу погремушку, голову мишки выровнять, так чтобы наполнитель ровно лег, и добавить необходимое количество для того, чтобы уже завершить нашу голову. Завершаем наше вязание, делаем 6 убавок. То есть 6 столбиков по 2 столбика с одной вершиной. Вот. 1.
два. Три. И вот остальные три столбика. У нас остается 6 столбиков. Вот они. Можем их не затягивать до конца, а просто вот в противоположный столбик протянуть нить и вот таким вот образом скрепить. Все. Все это завязать. Наша голова уже готова. И она гремит. Приступим к вязанию мордочки. Наберем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И начнем вязать столбики без накида по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем делаем закругление. В следующий столбик вводим 3 столбика без накида в одну петлю. Раз, два, три. Затягиваем нить. Продолжаем провязывать, при этом припрятывая нашу нитку. Вот раз. Два. Три. Четыре. 4, 5, 6 и 7. Мы провязали. Дальше вводим в следующую петлю 3 столбика без накида. Раз, два, три. И продолжаем вязать столбики без накида до нашего закругления. Довязали до наших 3 столбиков без накида до закругления. Теперь в каждый из этих 3 столбиков мы вводим по 2 столбика без накида. Раз, два. И в следующие точно так же. Раз. Два. И в третью. Раз. И два. Дальше вяжем столбики без накида до
закругление. Провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше 3 столбика вяжем по 2 столбика в одну петлю. Раз. Два. Дальше вяжем полукруг столбиков без накида, ряд столбиков без накида. Довязали ряд без столбиков без накида, провязываем еще один ряд столбиков без накида точно таким же образом, без прибавок и до конца. Все, довязали до конца. Вытаскиваем нить и заканчиваем наше вязание. При помощи нитки и иголки оформляем носик. Вышел я носик, осталось его подчеркнуть. Подчеркнем мы черной нитью. Вышиваем по контуру носика. Вот вышила я носик с помощью черной нитки. Вот что получилось. Теперь провяжем ушки. Делаем также кольцо амигуруми. И воздушный столбик. Провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и затягиваем кольцо. Затянули кольцо,
Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, и теперь в каждую петлю вводим по 2 столбика без накида, начиная с первого столбика. Раз, двойной столбик. Два. Три. Четыре. Пять и шесть. И затягиваем. Такое ушко получилось. Обрезаем нить. Вытягиваем кончик. Все это хорошо затягиваем. Такое ушко у нас получилось. Второе ушко вяжем аналогичным образом. Начнем вязать ручку погремушки. Для этого наберем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замкнем в круг. И наберем в круг. Делаем воздушную петлю и провязываем 12 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Без соединительного столбика просто начинаем провязывать 12 столбиков без накида, также по кругу, без прибавок. Вяжем до тех пор, пока ручка не начнет сгибаться до нужной нам длины. Периодически набиваем наполнителем. Довязали ручку до конца, теперь делаем убавки. Так как у нас 12 столбиков без накида, мы делаем 6 убавок. Первая убавка. Вторая. И остальные убавки по такому же принципу. Довязали до конца. Вытягиваем нить.
Ручка готова. Приступим к вязанию ручки для мишки. Для этого делаем кольцо амигуруми. Так же, как и всегда, воздушную петлю и 6 столбиков без накида. Данное кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем кольцо и провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два. При этом надо стараться кольцо вывернуть в другую сторону. Так. Два. Три. Четыре, пять, шесть. Далее делаем одну прибавку. Провязываем 2 столбика без накида. И делаем еще одну прибавку. Дальше вяжем 5 рядов столбиков без накида. Провязали 5 рядов. Теперь делаем убавку. Провязываем 3 столбика без накида. Раз. Два, три, снова делаем убавку. Дальше вяжем еще 5 столбиков без накида по кругу. При этом ручку мы не забываем также наполнять нашим наполнителем.
Вот мы провязали до конца, теперь делаем убавки по 2 столбика с одной вершины, провязываем. Раз. Три должно получиться. Вот все. Ручка готова. Вот я попыталась примерно собрать нашего мишку. Осталось все детали сшить между собой. Так, приступим. Закончили вязание игрушки-погремушки. Вот что у нас в итоге получилось. Такая погремушка хорошо подойдет в комплект нашим пинеткам. Смотрите. Спасибо, что воспользовались моим мастер-классом. Хороших вам вязаний!